Всем привет, ребят. Еще раз, ну что, посидел сегодня на русском сервере, поклоцал коллекционера, поулыбался с акцией, которая там есть. Ну, все как всегда, там все печально. Поехали, потрошуем на нормальном сервере, где все намного дешевле и более доступно. Ну, такие вот плюхи, это большой пак. Вот смотрите, бонусом дают вам еще дополнительно один пак. Просто бонусом. Вот красавчики. Вот что-что, а в этом плане вот реально здесь по акциям вопросов просто нет. Они получаются дешевле, плюх больше. Короче, вот так вот. Что у нас интересного есть? Хрусталька сегодня. Опять здесь, кстати, подняли на хрустальном. Уже дают нормально плюх. Посмотрите, какие награды за большой пак. Я считаю, это вообще отлично. Пиратик, как всегда. Знаете, не какое-то там говнецо, 30 за бесплатку, а вот реально, действительно достойный пират. За 1200 вы получаете 6000 кгшек, 60 слизней, 9 коробок на чары. Кстати, чарами скоро будет обнова, так что реально стоит задуматься над коробочками. Так, что у нас еще интересного есть? Давайте еще плюснем. Еще одна закла, карта. Посмотрите. Восьмая эмблема. Сколько мы там? 1006 сейчас потратим. Увидите, какие мы плюхи получим. Вообще просто жесть. И забираем. Что мы имеем, ребят? Ну, что я тут могу сказать? Это все там, сколько у нас было? Ну, да, где-то 5-6 попыток. То есть в районе 6 тысяч самов, 6-7 тысяч самов. То есть это без донату собрать, ну, я думаю, ну, сколько там, недельки, 2. Ну, пусть будет 3, может даже быстрее. Но я думаю, намного быстрее можно это собрать. Но посмотрите, что вы имеете в итоге. 240 слизней по 3000. Ребят, 40 кгшек. Это на эволюцию хватит, либо на прокачку там скилла частично. Самое топовое это здесь вот эти коробки с чарами. Потому что вы наролите героем четвертые, пятые. Ну, в основном, конечно, будут падать четверки, но и пятых тоже там, я думаю, 2-3. Вот можем сейчас 15 штук ради интереса откроем, посмотрим. Ну, заклинательница и Асура есть. Коробки с ЗПшками, сундучки. Четвертые, карточка одна. 10 смен. Это, по сути, еще 3000 самов, если там тратить на ежедневках. Также дополнительно на квестах, точнее, на ежедневках, две эмблемки восьмых, ребят. Пять сундуков. Точнее, пятые и третьи сундуки. Ну, давайте вот ради интереса пооткрываем там некоторые плюхи, которые мы получили. Ну, карту, понятно, с карты там может выпасть один из топовых героев. Бум. Ну, ПБшка. Почему и нет? Так, какие там у нас были сундучки? Вот третьи. Третьи сундуки. Еще плюс 15, еще плюс 2 карты. Ну, и плюс камни топовые. Пятые сундуки. Вот пятые сундуки открываем. Вот что вы на это скажете? Вот посмотрите, еще дополнительно, еще 5. То есть 20 откроем ради интереса. Плюс 5 коробок. Плюс 9. Ну, тут нет слов просто. Вот это называется топовый пират, и в котором, ну, реально можно хоть что-то интересное получить, а не сидеть, блин, и сопли, знаете, сопли и слюни собирать, потому что вот на других серверах нормально развиваются. Я имею в виду без донатов. Донаты везде нормально развиваются, но понятно, здесь быстрее. Здесь там за 2-3 месяца мы сделали топ-1. А вот без донаты тоже намного лучше себя чувствуют здесь. Какие там у нас еще третьи, по-моему, были?
две штучки. Это Командора. Ну, Командора там стоит. Ну, это такое. И две эмблемки, да. Гнев. Ну, это я так, я образно открываю, чтобы плюс Железная Воля. Это восьмые. Это не первые, там, не вторые, не третьи, не четвертые, не пятые, не седьмые. Это восьмые. Так, вот посмотрите, КГшки. Плюс 39 КГшек. Ну, почему бы и нет? Ну, таланта не буду. Вот ради интереса давайте 20 чар откроем. Хранитель леса. Топ, да, топовая. Необузданная, тоже топовая для тыквы, для махатмы. На PvP локации топчик. Это вообще огонь. Так, кстати, мне надо его поменять, поставить. Это мои оба героя. Поехали дальше. То есть пятерка одна есть. Вот она по локации. Я скажу вам, любая чарка сойдет. На архидемона, пожалуйста. На PvP локации тоже четверка, почему бы и нет. Еще на одного архи. То есть, по сути, вы там за 1030-40 вы себе сделаете нормальный состав и на архидемона, и на PvP локации. То есть, сможете там героям наролить недостающие чары. Но пока только одна пятерка у нас. Вот еще на архи. То есть в этом плане, как бы, без комментариев, думаю. Еще один. Опять же, это все рандом. Ну, то есть вы должны понимать, что на русском нас просто разводят на акции. Многие там, я, меня улыбают, многие пишут, вот типа русский трешак. А в чем трешак? В том, что ты сидишь и теряешь кучу времени, типа хардкор. Но тут то же самое, если ты играешь без доната, играй на любом сервере. Просто вопрос в том, что ты здесь больше чего-то добьешься, там ты будешь сидеть, как сидел, так и будешь сидеть. Ну, роллинг, видите, тут 1500, такое себе. Так, окей, поехали. Что у нас там сегодня интересного еще? Это ж не все. Помимо этого есть еще вот, ну тут я думаю, давайте вот так вот сделаем, посмотрим. Тут кулаки падают. Это, знаете, как первоначальный был когда-то. С кулачками вроде неплохо. Но против пирата лучше в пирата слить, чем сюда. Обычные расходники и кулачки. Я там, кстати, кулаков не было. Вот сейчас посмотрим, сколько мы кулаков вытащим. Ну, с пирата однозначно больше. 12к кулаков. Пожалуйста. Так, что тут еще интересного есть? Ну, эти акции здесь. Смысла играть нету. Ради интереса еще в пиратика зайду. Вот, ну, пару раз. Я даже не буду. Вот смотрите, третье, 4500 кулаков, 1200, да, мы потратили. Если вы потратите в этом 1200, сколько у нас тут получается, 8 попыток, да. Вот давайте сейчас 12 даже откроем. Все,
есть разница видна, я уже не раз показывал, что есть смысл играть только в пирата. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали дальше. Что там у нас? Кто там у нас следующий на прокачке? Тассу надо докачать. Вот так вот, максималочка еще одна. Так, кто там у нас еще рвался на прокачку? Арктику тоже, кстати, надо сделать будет. Довести до ума. И потом недостающих там у меня героев 8. Надо будет перекачать Ронина всех. Посливать и сделать нормальную. Я думаю, сделать, наверное, нормальный алтарь. Пишите вот в комментах. То есть прокачать всех героев, чтобы все герои были на максималке. Посмотреть, что это у нас получится по силе. То есть реальную силу. Потому что от Ронина, ну, смысла чисто так, знаете, ради прикола там, ну, потеряем от тысячи. Думаю, две силы не особо критично. Вот такие вот пироги, ребят. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.